Ну что, всех приветствую, ребят, на Империи Пазлов. Перед началом войны давайте глянем призыв. Ну, начнем с небольшой разгрузки. Буквально 5-6 героев. Двойки. Двойки. Сайрус. Все, разгрузились. Здесь один амулетик прокидываем, смотрим. Должны быть троечки. Да, и поехали. Призыв события. У меня как раз набралось 300 алмазов. Неважно, кого хотелось бы, просто смотрим. Молча. В путь. Без монтажа. Вот так вот, ребят. Хотели пятерку без монтажа? Получите. Ну а теперь переходим, пожалуй, наверное, к войне, потому что тут далее. Начинаем мы войну. Параллельно у нас здесь испытание начинается, параллельно выставляем команду на турниры. Четверки без зеленых с усилением атаки. Так, ну по центру, так как, слушайте, без зеленых, то надо преимущественно, наверное, синих здесь поставить. Можно вот так контратаку по центру. И вот так вот. Клык усиливает, этот усиливает. Я думаю, вот так сойдет. Они все на эмблемах жирные и так далее. Ладно, поехали воевать. Соперник у нас сегодня на войне молдавский. 2-2. Как говорится, классика жанра. Ну, постараемся. Сейчас выиграть, задвинуться. Как надо, в общем, чтобы все было по красоте. Сила команды большая. Бонус войны. Прислужники. Так что все как надо. Центра у них фиолетовые, кумхины стоят. Поэтому будем смотреть на левое-правое плечо. И уже там разыгрывать будем какие-то вариации и комбинации. Такс. Ну что, я готов, в принципе, поехали. Первого возьмем вот этого, зайдем моно синим. 3+2 я отказываюсь брать, вот, поэтому давайте вот таким вот образом. Отряды стоят. 11-й, 5-й, 9-й, сюда. Все, поехали, пробуем. Может, что-то из этого и получится. Так, что мы видим? Сразу есть три синих есть. Так, под Марьяной мы не можем сделать синий, так что кидаем сюда. Так. Двойка. Давайте кунхина добиваем. Никто у нас не зарядился. Так, Марьяна уже готова ультануть, поэтому кидаем в пустоту. Здесь вообще синих не пришло. Так, выкинула у нас со сбоя, к сожалению. Вернее, запись оборвалась. Продолжаем. Так, ну, сюда. Давайте зелеными. Монозеленые. Здесь достаточно три шота сделать, чтобы уже обеспечить себе победу, на самом деле. Так, суперсильная команда у меня. Так, 14-й тут. Троечку сюда.
Кадилен. А Скитла тогда вот эту тройку с Мелиндором. Ну, Мелиндор нас сильно не интересует. Он и так на ускорении 20-я эмблема. Так, видим, что... Видим не самое лицеприятное зрелище. Так, ну давайте красный подзорвем. Зелень сейчас улетает. Ой-ой-ой-ой. Комбо. Так, ну вот нас буквально не хватило одного вот этого зелененького, он пролетел. Так, там у Саши уже готов ультануть. Сейчас подумаем, будем защищать вот этот край. Луканина. Давай вот. Раз, два, прокидываем. Все. И добиваем магний. Обошел. Хорошо. Что здесь можно сделать? Можно вот здесь зеленый поискать. Да, он пришел. Как раз сейчас хил есть. Так, хил есть. Зелени я не вижу больше. Так, ну возможно, вот здесь вот мы сделаем сейчас. Да, зеленый камень пришел. Там Алканин готов уже ультовать. У нас комбо не летит. Анзох. Так, ну мы тут все под защитой стоим, так что я думаю, что нормально переживем. Вот так вот делаем. Раз. Не пришел камень нужный. Кидаем Вулканина. Два, три. Так, там Анзох. Под Анзохом кинули. И хорошо бы его сейчас подснести. Как раз сейчас у вороты включает Кадилен. Это здорово. Ну и все, и мы тут должны тянуть. Остался хил и Элканин. Но Элканин такой себе. Нам бы вот сейчас бы здесь бы зелень бы выехала бы. Отлично, она подъезжает как надо. Фух, у нас все уклонились от снятия. Все, зеленое поле кончилось. Просто полностью кончилось зеленое поле. К сожалению. Что делать? Ну вот искать здесь. Отлично, отлично, отлично. Ну все, сейчас должно тянуть. Минус броня. Режут нам броню. Кадилен, Элканин. Давай вот этого подобьем чутка. Сейчас здесь зелень подъедет, надеюсь. Нет, не подъехала. Зараза. Мне срочняк надо под Кунхином. Вот так вот, чтобы да, встала. Все, я готов бить. Готов сейчас заряженный. Стоит полностью мой коллектив. Миньоны какую-то часть берут на себя. Так, ну под Кадиленом. Под Кадилен я не знаю. Точнее, под Элканином. Кинули. Так, отлично. Ну. Сейчас ульта будет. Миньоны забрали, да, там. У Элканина самая беспонтовая ульта. Вот посмотрите, мой как бьет. 273. Ну, 330%. Это, конечно, мало. Так. Далее. Сюда. Давайте сюда пойдем моно-желто. Рискнем.
без хила идем. С уреем. Так, на урее 17 поставлю. Мартышка у меня без всяких там ништяков. Так, что видим? Три камня под кухней, как говорится, да? Сдвигаем, делаем 6 камней. И на этом, пожалуй, все. Ну, сейчас, может, снизу подъедут? Нет, не подъехали. Тогда мы сейчас сделаем 6 плюс 2. Мы с порезанной броней. Бьет Персей. Ну, Персея бы забрать. Хотя, наверное, лучше центр, да? Центр, наверное, лучше попробовать забрать. Чтобы, если под второй состав, там было проще. Вот желтый нужен. Желтый. Есть. Желтый подъехал. Один камень мало бьет. Давайте хотя бы центр заберем. Уж про остальное молчу. Ну, я чувствую, в моножелтом у меня мартышка, конечно, просадку дает знатно, потому что промахи на абсолютно таком стопроцентном сносе. Это обидно. Так, ну ладно, сейчас если миньоны, да, все, мимо. Разбились мы, к сожалению. Ладно, потом его добьем, сейчас сюда пойдем красным моно. Красная моно. Так, на Азларе 9. Сюда 4. Ну, поехали. Нам надо еще 7 отряд сделать, и будет весело у нас. По мане. Так, по поляне что-то здесь грустно. Грустно. Красных мало. Ладно. Ну что, где может прийти красный? Давайте здесь по центру попробуем. Шансов, конечно, мало, но будем... Да, под центр, конечно, я загнал. Здесь как-то сдвинуть бы. Блин, вот мне не нравится. Минус 34 дает Кунхен. Он, конечно, по центру очень такой... неприятный тип. Ну, не знаю, как-то надо сейчас попробовать вынуться. Так, ну, пятерка здесь пришла бы. Так, Луканин. Она клык выживет. Грозуль. Да, отстрелы здесь знатные с полем. Ну, здесь что бери, не бери, камень вообще по нулям, как говорится. Нулевый камень. Давайте Мусаши там подровняем чутка. Ой, да... С камнем вторая война проблемная. Но он как бы есть, но уже под конец, когда особо ничего не решает поле. Да. Так. У меня осталось две команды. Давайте монофиолетовое возьмем сильное сюда. Точно мы сейчас, я думаю, снесем. Тут даже без вопросов.
Моно взяли, полетели. Ну все, сейчас здесь выезжает фиолетовый. Делаем раз-тройку. Два-тройка. Разъехалась. Три, все, у меня все завязаны. Нет, не все. Вот теперь все. И Персей готов ультануть, да? Так, ну давай вот так сделаем. Раз. Срез. Полетела Маликна. Я не знаю, на самом деле, что тут ожидать, но у меня контратака у всех зафиксирована. То есть теперь надо ждать, когда будут бить. Если пробьют, то отлично. Если нет, то нет. Тут как бы все по ситуации. Решает ситуация. Так. Далее. Ну и все. И это победа. Это победа. Отлично. Немного здесь чего-то он думает. Сеть вроде как есть у нас. Не знаю, что тут думать. Все, взрыв пакет. Ну и последний бой. Да, последний бой. Ну, что мы можем на последнем бою здесь с вами предпринять на самом деле? На самом деле, что он думает? Вроде все есть. По интернету не знаю, что. В чем здесь загвоздка. Так, ну смотрите, здесь, в общем, синие, зеленые надо брать. Преимущественно. Но... Почему бы не взять вот так вот. Соню взять, может быть, под съем. Револю. Вот так вот. Ну и сейчас подумаем, как бы. Так, ну давайте финал. Сейчас пробьем. Попробуем. Каменный тесак. Ну ладно, надеюсь, он... Вот квинт меня смущает. Может вместо квинта взять... Вот так пойти. Попробуем. Да. Да. Угу. Угу. Ну давай вот так сделаем. Потом вот так. Тройка в пустоту вылетает. Еще тройка в пустоту. Анзоха мы забираем. Я надеюсь. Забираем потом. Ой, блин, много. Много, да, Сартана. Сколько даст? Ну-ка. Ну, она дала, конечно, свою. Но мало. Этот успел? Блин, не успел, наверное, да? Ноль. Ну, их... Дедуля. Как там Мусаши? Ну только влево давай. Отлично.
Отлично. Надо забирать уже героев. 4 синих, фиолетовые. Ну и тут Элканин. Ваш выход. Так. Ой-ой-ой. Ух ты. Блин. Не хватит. Не хватит. Ну ладно. К сожалению, вот такая вот получилась ерунда. Надеемся на хича. Всем пока-пока.